Скажите, пожалуйста, имя, фамилию вашу. Меня зовут Александра Черкашина, я главный судья этих соревнований. Расскажите про соревнования, сколько человек участвует, какие дистанции, какие категории. Значит, в этих соревнованиях участвует 60 корпусов яхт, ну, по количеству это около 500, наверное, человек в общей сложности. Яхты делятся на 7 зачетных групп, в каждой группе выбираются свои, завоевываются места, определяются свои победители. Сегодня планируем провести две гонки. Одна дистанция чуть длиннее, вторая чуть короче, и завтра третья по обстановке. Короткая, небольшая гонка. По результату трех гонок определяются победители. Расскажите, пожалуйста, перспективы спортсменов после участия. Могут ли они принимать участие там каких-то, не знаю, всеукраинских, либо... Ну, большинство этих спортсменов принимает участие, потому что все это квалифицированные спортсмены. Многие пришли сюда после чемпионата Украины. То есть этот клуб, по-моему, 7 лет назад тоже принимал чемпионат Украины. Но количество корпусов, которые у нас, по-моему, превышает количество участников чемпионата Украины. И любые гонки, в которых принимает участие спортсмен, дают им возможность повышать свою квалификацию, таким образом претендовать на более высокие призы и в чемпионатах, и в других соревнованиях.